Ранее состоялось подписание соглашения между администрациями города Цхинвал и муниципалитетом города Радацо. Соглашение призвано способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между городами, установлению более тесного экономического, социального и культурного взаимодействия. Документ предусматривает проведение ярмарок, выставок, фестивалей, а также совместных мероприятий с участием художественных и творческих коллективов. Предполагаются взаимные визиты представителей деловых кругов, научных работников и деятелей искусства. По словам заместителя мэра Радацо Кармело Диндаро Скализи, у них на родине мало кто знает об Осетии. По возможности они будут рассказывать обо всем, что они здесь увидели. Итальянцы отметили, что чувствуют себя как дома. Он отметил и возможный обмен с журналистами, которые благодаря своим материалам могли бы рассказывать об Радацо в Южной Осетии и наоборот. По словам Мауро Мурджа, в сентябре планируется и презентация книги итальянского журналиста Джульетто Кьезы в Цхинвале. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня.